Дети отвечали на вопросы полицейских о правилах, которые успели выучить. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, напомнили ребятам о законах перехода проезжей части, о разрешающих и запрещающих сигналах светофора. Вместе с артистами кукольного театра малыши закрепили полученные знания. В течение всего дня инспекторы дорожно-патрульной службы проверяли, как взрослые перевозят детей. Напоминали водителям, что использовать детское кресло необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности маленьких пассажиров. Акцент был сделан и на машины такси, где часто перевозят детей, при этом детские кресла в автомобиле отсутствуют. Отметили и необходимость использования светоотражающих элементов на одежде детей, когда ребенок передвигается в темное время суток. Для привлечения внимания к этой теме сотрудники госавтоинспекции провели флешмоб перед Домом культуры «Луч». Ребята из танцевальной школы, надев светоотражатели, наглядно продемонстрировали, что даже в условиях недостаточной освещенности они не остались незаметными.